Автопарк Магаданского Минздрава пополнился новыми автомобилями. Два внедорожника УАЗ «Патриот» переданы в рамках акции «Спасибо врачам» от партии «Единая Россия» для помощи в борьбе с пандемией. Ключи от новых машин медикам вручил глава региона Сергей Носов. Транспорт на общую сумму более 2 миллионов рублей приобрели у официального дилера УАЗ торгового дома «Караги Плюс». Внедорожники оснащены богатой для этой марки комплектацией с дополнительными печками для сурового северного климата. Полностью укомплектованные всем необходимым машины предназначены для оперативной доставки медиков к пациентам, развоза льготных лекарств, рецептов и забора анализов. По словам главы Колымы, УАЗы хорошо себя зарекомендовали на Колымской трассе. Нужны машины. Причем машины с учетом трассы Колыма, с учетом наших региональных дорог, у вас подходят. Это первая часть. Вторая, с чем мы столкнулись, и действительно Магадан Фармация сегодня, на нее большая нагрузка, на эту компанию, на эту организацию. Мы централизовали обеспечение лекарствами, лекарственными препаратами и расходными материалами. И мы видим сегодня результат. В общем-то, работаем оперативно. Если бы вот не было такой работы, мы бы остались без многих вещей. Один УАЗ отправлен на помощь в Магадан Фармация для доставки медикаментов по Магадану и области. Второй внедорожник поможет сотрудникам первой взрослой поликлиники с выездами к жителям областного центра для обследования пациентов на дому. В связи с существующей пандемией, так сказать, нагрузка очень большая. И мы, честно говоря, очень благодарны, так сказать, за этот подарок, потому что в последнее время нагрузка на машины большая, так сказать. И любая, так сказать, дополнительная машина будет нам, так сказать, в радость. На автомобилях нанесена надпись «Спасибо врачам», напоминающая о ценности труда медицинского персонала в сложных условиях развития пандемии. В борьбе с пандемией важна оперативность. Новый автотранспорт дает надежду сжать сроки тестирования населения на вирус и снизить немалую нагрузку на врачей. Сегодня зараженные COVID-19 в Магадане пошли на поправку, но рост инфекции не спал. По официальным данным регионального правительства, всего в регионе зарегистрировано более 130 случаев заболевания COVID-19. Половина выздоровела.